Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to Russia. Privet and Spasibat, or Russian friends, how are you all guys? I hope you are doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today is Foreigners are shocked by traveling on the most powerful Russian atomic icebreaker with a Russian translation on this one. Oh my god, from the title itself, I'm so excited with this one. And credit to the owner also with the video to Tablet for Memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it on the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. I want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video. And I want you to turn on the CC down there for your English and Russian subtitles. Let's get to it. Enjoy, guys. Wow. Thank you so much for this video. И мы сейчас находимся на российском атомном ледоколе, который продвигается к Северному полюсу. И будучи журналистом, я побывал во многих опасных местах по всему миру. Но это путешествие явно выделяется. Мы посетим одну из наименее изученных и труднодоступных частей мира. Здесь бывает всего около 1000 посетителей в год из-за недружелюбной природы и жесткого климата. Ну что ж, пристегнитесь, мы идем на север. Oh my god, this is huge. Oh, really an icebreaker. Also, this is a cargo ship. Ну что же, мы отправляемся отсюда из порта города Мурманск, в котором часто находятся корабли из единственного в мире атомного ледокольного флота. И многое здесь считается секретным, поэтому нам нельзя как бы снимать. Но давайте все-таки немножко отбросим осторожность и просто посмотрите на этого гигантского гиганта, который находится за мной. Это атомный ледокол, который называется 50 лет Победы. Вот на нем мы отправимся на Северный полюс. Главная работа ледоколов — это проводить грузовые корабли и танкеры через российские моря, покрытые льдом. Но летом, когда этого не требуется, ледоколы занимаются тем, что доставляют туристов на Северный полюс. Обычно вот такое вот путешествие может стоить до 50 тысяч долларов. Но в этот раз ледокол забронирован для российских восьмиклассников, которые получили билеты сюда как награду за отличное обучение. Ну, в общем, можно сказать, что вот это вот самые умные детишки России. Просто, знаете, вершки. Ну, а мы, пресса, как говорится, присоединились к этому делу. Корабль невероятно гигантский и очень тяжелый. Поэтому нужно аж два буксира для того, чтобы вытолкать его из порта в море. И мы отплываем в Северный Ледовитый океан. Так что в течение ближайших 10 дней это будет лед, это будет вода, конечно же, гудение ядерных реакторов корабля. Корабль 50 лет Победы был построен в 1993 году. Теперь он второй по величине атомный ледокол. Еще совсем недавно он был первым. Но затем русские построили Арктику. Ледокол даже еще больше и еще мощнее. У других стран тоже есть ледоколы, но только в России они запитываются атомной энергией. Корабль этот просто огроменный. Ну вообще он похож, ну не знаю, на многоэтажку такую. И из-за его размера, мне кажется, из-за этого я постоянно теряюсь здесь. И не совсем понимаю, где я. Например, прямо сейчас я пытаюсь найти свою каюту, но я понятия не имею, где она. Вау, это очень huge. Crazy, like, На корабле 50 лет Победы есть тренажерный зал, корт для баскетбола и волейбола, ресторан, конференц-зал, который может превратиться в бар с дискотекой, и даже бассейн, наполненный соленой морской водой. Фактически, вы можете плавать в Северном Ледовитом океане, даже не покидая ледокол. Итак, давайте посмотрим на нашу каюту. Ну, ничего такого модного здесь нет, но здесь есть все, что вам нужно. Вот у нас тут даже брошюрки есть, которые могут напомнить нам о том, как здесь может быть жестко. Oh.
Ну и в этой комнате, вот, смотрите, как даже есть увлажнитель воздуха. Ну и, конечно, здесь есть телевизор, однако здесь только два канала. Первый показывает вам морской путь, по которому идет корабль, а второй показывает вам вид с палубы корабля. Ну, учитывая, что здесь нету ни интернета, ни мобильной связи, вот эти два канала — это единственное цифровое наслаждение, которое вам придется прочувствовать здесь на борту. Но вы также всегда можете открыть иллюминатор и наслаждаться умиротворяющими видами Арктики. Ледокол использует энергию двух атомных реакторов, которые могут, в принципе, запитать небольшой город, если надо. Они управляются из контрольного центра, и работа здесь жизненно важна для поддержания безопасности корабля. Они сказали, что все книги, которые они держат здесь на полке, они только о радиации и как с ней работать. Когда мы ходим по кораблю, я вижу знаки «радиация». Это что, означает, что меня может облучить? Нет, во-первых, у вас есть доступ только к тем помещениям, которые абсолютно безопасны. Но в случае, если где-то есть территория, на которой повышен уровень радиации, то в таком случае сразу срабатывает специальный сигнал тревоги, который оповещает об этом всех. Ну а потом принимаются определенные меры. Честно сказать, эти реакторы действительно безопасны. Гораздо больше вероятность, что вас просто снесет с палубы каким-нибудь сильным ветром. Как только мы вышли в открытое море, погода сразу изменилась. И становится очень холодно и ветрено. И нам пришлось серьезно тут одеться, надеть куртки. Больше это не выглядит как лето. И теперь настало время встретить капитана. Высокий, симпатичный мужчина, который любит курить свою трубку и все же время управлять этим мощнейшим судном. А это у вас, насколько я понимаю, руль. И здесь есть автоматическое управление, которое держит курс корабля. То есть это что-то вроде автопилота, правильно? Ну, это не совсем автопилот. Автопилот держит самолет в трех измерениях, а на корабле их только два. И то есть, если я поверну руль в ту сторону, мы зададим новый курс, и корабль развернется к новому устойчивому курсу. А вот что происходит в машинном отделении, в то время как капитан регулирует курс. Штурвал приводит в движение эти огромные поршни, которые и поворачивают корабль влево или вправо. Вот, значит, мы были на мостике и проводили интервью с капитаном, и нам посчастливилось увидеть, узреть наш первый арктический айсберг. Давайте я вам покажу. И вот вам факт дня. Айсберги не обязательно на 100% белые. Вы можете увидеть вот эти прекрасные бирюзовые оттенки. Также айсберги довольно полезны для местных птиц. Я так понимаю, это обитаемый айсберг, там вон птицы на нем живут. Несмотря на то, что это морские птицы, которые отдыхают на поверхности воды, они все равно используют любую возможность для того, чтобы приземлиться куда-нибудь. Айсберг это или корабль, и они используют это место для отдыха. После двух дней плавания мы пришли к земле Франц Иосиф. Необитаемый арктический архипелаг, который принадлежит России. И это самое северное место России, последний клочок земли по пути к Северному полюсу. Так что в каком-то смысле мы достигли края земли. И теперь начинается самая опасная часть нашего путешествия. Если что-то случится, то для спасателей понадобятся дни для того, чтобы прийти и спасти нас. С этого момента мы можем рассчитывать только на самих себя и на нашего капитана. И вот как это здесь чувствуется, когда ледокол пробивается сквозь лед. Знаете ли, все довольно-таки дрожит. Вы точно не пропустите тот момент, когда корабль ломает лед. Видите эти огромные лопасти на палубе? Давайте подойдем поближе, посмотрим. Это запчасти для пропеллера корабельного винта, который работает круглосуточно. И вы можете подумать, что ледокол таранит лед, но на самом деле он забирается на него сначала, а потом со всей своей силой и со всем своим весом проламывает его. И в этом процессе также задействованы, и они сами рубят его на маленькие кусочки, помогая прокладывать путь вперед для других кораблей. И мы наблюдаем, как корабль ломает лед и расслабляет.
расталкивает огромные куски в стороны, и это просто завораживает. Странно, но это одновременно и успокаивает, и пугает. Посмотрите-ка на это. Широкая тропа, оставленная ледоколом, и буквально через несколько минут, или может быть часов, она будет опять покрыта полностью льдом, так как будто нас здесь никогда и не было. А это нам показывает, кто здесь настоящий босс. И каждый человек, наверное, может, видя это, почувствовать себя каким-то маленьким и незначительным. Части корабля начинают покрываться ледяной коркой, в то время как мы все ближе и ближе подбираемся к Северному полюсу. Однако температура здесь сейчас не экстремальная. Около нуля по Цельсию. И в отличие от меня, ветеран-полярник, он даже не позаботился шапку надеть. Вы знаете, это такое общее заблуждение, что это прям самое холодное место в мире. Это совершенно неверно. Северный полюс — это середина океана. А океан — это, можно сказать, такой естественный подогреватель. И он не допускает сильных скачков температур. И на Северном полюсе гораздо теплее, чем в таких местах, как, например, Чатанга и Мекон или Верхоянск. Виктор Боярский провел уже несколько десятков экспедиций на Северный полюс. И он заметил, что глобальное потепление действительно немного повлияло на Арктику. Лед становится тоньше с каждым годом. И тем не менее, он не верит в то, что люди во всем виноваты. Я разделяю точку зрения наших ученых, которые тоже думают, что это объективный процесс и просто это природа. Конечно, антропогенный фактор, то есть мы, это один из главных факторов. Что я имею в виду? Вот давайте представим на секунду, что мы все вообще переключились на зеленую энергетику и абсолютно перестали производить CO2 и выбрасывать его в атмосферу. Вот все заводы, фабрики, все закрыто. И вы что думаете, это остановит вот такое потепление? Да нет, абсолютно нет. И на третий день путешествия мы увидели нашего первого белого медведя. Он прохлаждался и дремал на большой льдине. Не будьте обмануты его миловидным образом. Это действительно смертоносное дикое животное, которое иногда даже людей атакует. Видите ли, жизнь в Арктике — это вам не пикник. И для всех животных запас еды здесь очень даже ограничен. И когда белый медведь голоден, он сожрет все, что двигается, что угодно. Он думает: о, обед. Даже если это вы. Кстати говоря, об обеде. Еда на этом ледоколе была просто потрясающая. Не то, что у первооткрывателей Арктики. В отличие от них, нам не приходилось беспокоиться о еде. Ну и вообще-то нам не разрешается как бы находиться здесь. Но тем не менее, мы выпросили вот это вот посещение. Это та часть корабля, которая пахнет лучше всего. Кухня. Вот когда летишь на самолете, мне всегда хотелось томатного сока. Вот есть ли во время путешествия на ледоколе такие продукты, которые вот всем прям хочется поесть? Вы знаете, в основном фрукты. Фрукты и овощи. Мы же здесь в путешествии-то бываем по 3-4 месяца. Из пассажиров мало кто может сохранить фрукты свежими такое долгое время. Так что обычно проходит месяц, и потом ты начинаешь замечать, что тебе хочется скушать огурчик, помидорку, яблоко, сливу и так далее. Но о чем многие люди по-настоящему скучают на этом корабле, это хорошо. Хороший сон. Вот она полночь, смотрите. И посмотрите, как ярко. Да, довольно тяжело приспособиться к полярному дню. И многим пассажирам, в том числе и мне, довольно-таки тяжело по-настоящему уснуть. Вы знаете, солнце заходит здесь раз в год вообще. А это значит, что время дня здесь постоянно. И на пятый день взгляды всех были устремлены к координатам GPS. Поскольку все ждут, когда мы уже наконец достигнем 90 градуса. Поздравляем вас, ура! И первые люди, которые выходят на льдину, это охотники, работа которых заключается в том, чтобы отпугнуть белых медведей, если вдруг они придут в гости. Наша съемочная группа проследовала прямо за ним. Ну что, и вот оно. Я ступаю по самой северной части нашей планеты. I really want to experience. И как это чувствуется? Вы знаете, я чувствую, что как будто я приземлился на другую планету. How nice is that? В какую сторону ты бы не посмотрел, ты всегда будешь смотреть на юг. Нет никого севернее нас. Мы фактически сейчас находимся на верхушке мира. Ну не знаю, подождите, давайте еще раз я это скажу. Мы на верхушке мира!
Yes, they are in the top of the world. И вот сейчас просто умопомрачительно я что-то скажу. Если вы хотите понять, сколько времени на Северном полюсе, по сути, оно может быть любым, вот как вам захочется. Вот посмотрите на этот арбуз. Вот все эти полоски, которые сходятся в точке Северного полюса наверху, вот они же и определяют время на планете Земля. Так что на Северном полюсе или даже на Южном полюсе в этих точках находятся все вообще часовые пояса. Место без времени и без других людей. Только бескрайняя замороженная пустыня. Это был самый сюрреалистический опыт в моей жизни. Ну, по крайней мере, до вот этого момента. Ну что, я небольшой фанат, на самом деле, плавать в ледяной воде, но мы же сейчас на Северном полюсе. И немногие люди здесь побывали-то. А я еще и сейчас поплаваю на верхушке мира. Ну что, заходим. В чем же такая магическая сила этого места? Ну, лично для меня это то, что вы существуете здесь как будто в одном измерении, по отношению к миру вокруг. Здесь сходятся в одну точку время и ритмы всех людей планеты, всех ваших близких, друзей, родственников, которые разбросаны по разным частям света. И такое впечатление, что в этом самом месте, вместе с ними вы находитесь в одном и том же измерении. И иногда, конечно, для каждого человека нужно время для того, чтобы побыть одному, чтобы он мог осознать, как он живет, что он сделал, а что сделал неправильно. Потому что это место как раз располагает. Wow. This is such an amazing video. Lucky for me. These kids, these students are so lucky to experience. Константин Рожков для канала RT с Северного полюса. А мы переходим к комментариям. Первый. Не могу дождаться, когда уже удастся побывать в России на Рождество. С любовью к России и русским. Следующий комментарий. Боже ты мой, не совру, если скажу, что это видео научило меня многому. Дальше. Я точно хотел бы отправиться на Северный полюс. Следующий. Просто прекрасное видео. Мои искренние поздравления. Россия, это ваш великий подъем. Да, когда у наших партнеров великий абсер, у нас великий подъем. Следующий комментарий. Мне так жалко этих полярных медведей. Люди уничтожили их место обитания. Растопили их лед. И поэтому они вымирают. Ну, не знаю, как они вымирают. По-моему, на льдинах они там просто тюлени жрут. People... Следующий комментарий. Я даже не мог ожидать чего-то меньшего. Даже вот этот вот капитан, который курит трубку. Следующий комментарий. Прекрасный способ наградить и поощрить этих детей. Да, ребят, кстати, в этом путешествии бесплатные путевки на Северный полюс получили многие, насколько я понимаю, лучшие ученики России. Дальше очень впечатляюще. Следующий комментарий. Вот никогда я не ожидал, что лед на Северном полюсе такой тонкий, что туда может пройти корабль. Вот в любом возрасте можешь узнать чего-то новое. Да, дружище, если бы ты еще узнал, что это ледоколы, которые пробивают лед до 3 метров. И последний комментарий. Шикарный корабль. Русские люди делают такие потрясающие вещи. Да, американцы, наверное, никогда не будут строить атомный ледокол для того, чтобы плавать на Северный полюс, потому что полюс слишком белый. Это расизм. Друзья, я хотел бы поблагодарить несколько человек, которые недавно поддержали канал. Благодарен Юлии Владимировне, Александру Владимировичу, Юрию Александровичу, Марине Владимировне, а также Виктору Федоровичу, который прислал в поддержку 5 рублей с сообщением «Работаешь на пятерку». Спасибо, Виктор Федорович. Янукович, ты что ли? Да, ты когда-то не сработал на пятерку. Друзья, и на сегодня это все. Скоро на канале будет новое интересное видео. Берегите себя. Всего вам самого доброго. Such a beautiful, phenomenal video that they are creating. This video should be in a school, should be presented into like as an educational video that we can show, because this is such a beautiful video that everybody want to experience, and these students are very lucky to experience such like one time experience, and whatever you can do that you wanted to do in that at the top of the world, in that like inhabited place you really want to experience, and they are so lucky, and this is such so phenomenal. Oh my God, I got chills, I got goosebumps, and I'm so lucky to watch with this one, because I feel that I experience also, I'm with them. Wow, beautiful. This foreigner was so amazed of how this video was created, of how this experience for him is like, it cannot be forgotten. He was shocked, and I was shocked also. It feels like I was there also, traveling with them and experience those beautiful, like one-time experience that you can feel, and magical for me watching with this one.
crazy. You are really in the top of the world, and that's fantastic. And thank you so much. I hope, guys, you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, tablet from memory, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Vlogadag React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, and private and spasibo to all Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye, and mabuhay po tayong lahat. See you in my next video reaction. God bless po, and stay safe.